В снегу. Это в Варисе где-то. Давайте я опять поставлю камеру на место. Отсюда далеко, видите, видите, блестит аж снег. Вот ух ты по Илю, что в Унапой на Хионе футижит. Я говорю, свет, свет падает на солнце падает на снег и светится аж прям гора сверху, потому что прям как куполом таким бам. Деревья сейчас здесь. И далеко, издалека видно эту гору. И ту тоже. Мы едем в Варису, девочки, мальчики. Дорогу здесь сделали. Уф, яхнули дрому кинорью. Лего кумати. Кусочек дорожки. Вон она какая, смотрите, гора. Опа. Так, мы едем, едем, едем. Опять едем. У меня несколько дней подряд все мы едем, девочки, мальчики. Что-то я вообще. Или в общем. Или в общем, или вообще. Армению проехали. Девочка стоит. Видимо, этот автобус ждет или машину какую-то. Мы едем по местной дороге через деревню. Мы не едем по автобану. Там надо деньги платить. Зачем нам там деньги платить? Как всегда у меня, когда я после душа, волосы мокрые, прибранные, я так вот прибираю их. Ну что теперь? Утром выкупалась на душе. Полоснулась, не выкупалась, а полоснулась. Вася ведет машину, я еду. Вайо, псих. Он дыгал. Удыгал, веду, говорит. Фиговки, кита же тут ром. У меня все, волосы отросли, надо их что-то делать. И мы едем, едем, едем в далекие края. Покажу. Едешь как на лодке, тук-тук-тук-тук, вот так вот, дорога. Я распустила волосы, чтобы высохли. Ну, вообще, или в общем, гора такая красивая, красивая-красивая, горит аж прям верхушка. И мы здесь начались деревья, там где-то мы вначале едешь дороги, там нет таких деревьев, а здесь деревья закрывают всю красоту горных пейзажей. Мы едем в Икеа, в Леруа и еще там в какие-то магазины, посмотрим, что там есть. Вот. Снимать у нас в Икеа не разрешают, я не знаю, как у вас вообще, вы в России снимаете, но у вас Икеа, кажется, закрылась в России. Да, кажется, да. А Леруа у вас не закрылась. У вас работает Леруа. Но девочки, которые снимают там всякую, всякие вещички, всякие цветочки, всякое такое, говорят, что у вас цены повысились очень. Ну, что делать? Ну, что делать? У нас тоже все повысилось, у нас тоже все подорожало. Вот. Люди выступают, люди говорят всякое, всякое, всякое. Кто что может, тот то и высказывает. Ну, давайте, увидимся. Ой, а то, на самом деле, видите, какая дорога. Как на лодке на море. Тук-тук-тук-тук. Ближе подъехали к горам. Или горам. Сейчас я, может быть, открою форточку и покажу вам. Смотрите. Вот едем по дороге, я любуюсь этой горой, такая красота, такая прелесть, так красиво там, там тоже. Мы уже почти к Ларисе подъехали, с Ларисы более видно этот самый, эту гору. Обалденно, обалденно. Как в той песне поется, да, обалденный. Горный массив. Он нас обогнал и не торопится. Не хотел за нами ехать. Мы вот едем потихоньку за ним. Девочки, мальчики, уже должно быть снег тает. Но видите, у нас март был очень холодный.
И в апреле вот только началось тепло. Сегодня 25 градусов показывает термометр. Но очень солнце. На солнце, да, я думаю, там вообще все, не знаю сколько. Я оставила свой термометр на солнце на подоконнике. Он у меня сломался. Зашкалила эта штука за 60 градусов. Там уже 60 последняя. 60 градусов последний номер. Ой. И да. Опа. Перемена, перемена. Тормозите. Перемена, киалуш. Киалуш, киалуш, киалуш. Такси. Мама. Окинус. Мама, Григора. Окей, окей, перемена, стриби. А, стриби, тоже стриби. Хрязь на фиги, то ревно. А в уки. Мама, тоже. Тоже, мама. И нам сейчас вот после моста, видите, машина поворачивает большая, нам поворачивать туда, на Ивникию, да, сюда над мостом будем. Сейчас светофор здесь, и там светофор. Вот здесь поворот этот самый, на Салоники, вот сюда дорога, перед вот этим мостом. Если вы не хотите платить деньги, вот здесь поворачивайте. По этой дороге езжайте и... Айдере транзит. Транзит, автос, капупай транзит. Сейчас тоже там светофор. Ты мог как светофор, я сюда буду. Не. И мы здесь сейчас тоже с автомата. Ну да. Вот. И сюда на центральную дорогу поедем. Стрельба. Ой, последний раз на гору взглянем, вон она там выглядывает. Красивошная, красивошная. Вот автобус, видите, он попили чай, вот там вот чай продают, кофе, и, ну, перекус, все-все-все. Туда автобусы заезжают, выезжают, и потом он сейчас поедет, вот сворачивает, он включил поворотник автобус, поедет на Салоники. Если на Афину, он бы вот здесь свернул, туда. А, он поехал дальше, значит, на Салоники поехал автобус, вот этот, который вы видели. Все, выезжаем, вот эта дорога на Афины. Но нам не надо на Афины, мы потом свернем в Ларису по этой дороге. Что ли, открыли у нас? Я думала, опять оттуда будем, с того конца заходить. А здесь открыли. О, Аниксон и Вайо. Что? То Аниксон, это Икея, не? Кенурью, Кати. Лепс. Эхами кипер, конечно, куда, да? Да, нехома, куда? Иду в дексия, аристера по фес. Да, и на эхи фесе. Да. Добрый. Який пера ти іне? Мета авто то Мерседес мамро. Іду, 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 іхи. Ти буде на перегін. Іду, 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 іду. Лепше, видите, девочки, мальчики, открыли. Открыли, открыли. Посмотрим сейчас, что там сделали, что там открыли. И на то, что кундасов тут в такси. Ой, дай мне. Калату паркарис. Сейчас посмотрю. Όχι, 15 πόντους, καλά είναι. Κάνω λίγο πίσω, κάτσε. Περίμενε. Μην ανοίγεις. Δεν ανοίγω. Δεν ακριβώ η δουλειά. Ναι. Γιατί είναι δίπλα μπούιο στέκεται. Και εσύ πώς να ανοίξεις την πόρτα. Εγώ ανοίγω από εδώ, εντάξει. Ну все, слушайте, видите, сумочка своя у меня такая. О, она мне так нравится, она такая удобная, девочки, мальчики. Мне девочка, которая Маска. Покупала в магазине, она говорит, Люда, возьми, говорит, вот эту сумку. Она очень удобная, говорит, у нее столько замков, столько всего. Она тебе будет спасать и выручать. Все, Вайву, я возьму заколочку. Надо расчесаться мне чуть-чуть, волосы там мокрые. Маска. Увидимся. Так, девочки сели покушать, мальчики мы. Вот такой упаковочки, ложечки, вилочки у нас теперь. Там соль, перчик. Кто солит, кто перчит. Вот так вот сделано. Трубочки для Кока-Колы, для Пепси-Колы. Здесь у нас салат с Вайсом. У Вайса рыба, да. И кинау. Такое вот рыба. Красная рыба у него. Может, он ест. А у меня картошка, вредные продукты. И здесь этот самый. Вот такой соус добавлять в салат. Сейчас надо его размешать, Ваю. Кто на, да. На котелиш Дакси. И маленькие такие помидоры. Но мы их сейчас. Ой, они не протыкаются вилкой, слушайте, товарищ. Не могу проткнуть. А сейчас ее возьмешь, она выпрыгнет. Ностим и псариваю. Все, нам приятного аппетита. Мы купили шифонер все-таки. Выбрали, нам остался он 600 с чем-то. 644 евро.
Здесь музыка, я выключаю, девочки, мальчики. Я снимаю маску. Калориксы киреваю. А? Калориксы. Кало. У меня уже слюнки текут, я есть хочу. Мы еще ничего не ели, время уже 4 часа. Давайте увидимся. Кушали, мы по... Да? Посмотрели. Шкаф мы заказали, нам привезут до 19 числа. До 19 числа мне надо сделать перестановку в комнате. Вымыть все, вычистить, постирать шторы, вымыть окна, двери. Все вычистить и поставить шкаф, приготовить. Вот. И хотели заказать полки на кухню, но их нету. Они, говорят, только в Афинах, говорит. Они придут, не знаю, когда придут. А мы специально заказали шкаф с доставкой, чтобы мы сюда не приезжали. Если бы знали, что и эти полки тоже не здесь, мы бы тоже их заказали, и шкаф бы заказали, все бы вместе. И сами приехали бы на нашей, с нашим этим самым прицепчиком и загрузили бы все. Ну вот видите, мы заказали, нам привезут, занесут на самый верх, в этот, в квартиру. Ну, сейчас мы едем в Леруашку, Леруа Мерлен, вон он, и увидимся. Да, с полочками прилетели мы. Ладно, ну, в следующий раз. Алексея, кто-то врач. Суббота работает с 8 до 8 вечера. О, здесь тоже машин очень много. Вот. Короче, Икея там совсем стала маленькая. Просик же, остался на пираж. Какими тагами есть? Ой, у меня нос чешется. Здесь деревья еще не распустились. Пуфес на пасы до паркарета. Да. Опа. Все, я купила в Икее две свечки. Сейчас намордник один. Харайна. Так, я купила две свечки. За 2,5 евро две свечки. Ой, прямо в этот. И шкаф. Гора. Вуно, имею Хиони. Хиони это снег. Вуно это гора. Гора. Пойдемте, Олюрашечку. Костас не поехал, говорит, мама, надо бумажку, говорит, что я переболел и все остальное. А я спросила ее сейчас в Икее, она говорит, нет, говорит, просто бумажку, говорит, которую в школу делаете, говорит, сдаете. Тем более, говорит, он еще переболел, говорит. Этот самый, мы же все переболели знаменитой болезнью. И не надо, говорит, ему ничего. А он говорит, не поеду, раз туда заходить нельзя мне. Он не знал же, что туда можно заходить, ему будет. Вот остался без магазина. И хотели ему компьютер сегодня посмотреть, купить. Но без него мы не купим. Мы ему обещали компьютер купить к Пасхе. К Пасхе, какой он хочет, там, 1700, что ли, он евро стоит. Вот. Он собирал денежки. Этот самый, много месяцев. Он года два собирал деньги на этот компьютер. По копеечкам. Там, сколько у него есть, папа добавит. Отчалили от этого самого Леруа Мерлен, взяла эти самые два мешка земли. Да. Ой, провода. Да. Проводаки. Кушать хотят. Этот, барашки. Бам. Смотрите, как красиво. О, как красиво постриг жена. Молодцы. Молодцы, Леруа. Ой, очень жарко вообще, или в общем жарко. Ладно, девочки, мальчики, мы сейчас цветет красиво. А подо. У морфоя лулуд я вгажет. Здесь тоже цветы. Теплица здесь. Вот. Все, мы до дома, до хаты. Ох, да на пару мы по фина, я ты. Сегодня ушло у нас 700 евро. Шкафом. Тани, шкаф нам привезут домой. В Тане нам Симиран, да. Альфа Ромит, эту Пасху на рту мы пали. Потом после Пасхи приедем за... Не, Эфтия.
Кимитайный ресторан. Пой на Пегент Фортегон, влепишь? Мы сейчас на центральную дорогу выезжать будем. Красиво. Цветет сиреневым дерево. Я купила цветы, я вам покажу. Я покупала в этом году много цветов снова. Некоторые выросли. А некоторые не выросли из прошлого года, не выросли, и в этом году снова купила. Вот такие вот расходы на цветы. Где-то евро на 30 я купила сегодня. Ну, вырастут, вырастут. Я бы еще набрала. Но уже все, никуда не входит, ни в какие рамки. Фигины катефты и аристера легаки. Он путается в этих дорогах, куда чего. На Мивгисты, Афина, на Пасты, Салоники. Нам здесь выходишь на этот, в Афины направо, а в Салоники налево. Короче, кому направо, кому налево, разбирайтесь сами. Нам налево. Мы все лево, лево. Вот так вот. Вот пишут. Камера. Так, мы купили в Лиделе, остановились, молочка, воды. Вас повез по берегу моря. Вот так вот. Паркинг забит наполовину. Паркинг забит наполовину. Вьена кожа. Параллельно. О-хо-хо-хо-хо. Длинемону и шидо. Здесь вот нашли такую цену на бензин. На газ для машины вот такая цена. Посмотри. Иду, пата. На минели топо аниксис. Вот такая. По дороге везде смотрели на всех заправках. Это самая такая цена. 1,70. 1,70. Самая такая цена подавая. И здесь стоят, приезжают, подъезжают на эту остановку. И затариваются, затариваются. Ладно. Покупочки. Что я купила? Смотрите. 2 евро они стоят. Вот такой. Вот такой. И сейчас еще покажу. Ой, что еще покупила? Вот такой цветочек. Смотри, Коста, какой вообще. Ну-ка, достань, Коста, я не могу вытащить из пешочка из этого. Сейчас покажу вам. Вот столечко он стоит. Да, так, вот такой вот. Смотрите, какой красивый. Вообще обалденно. Там их было столько много и разных. Я аж прям слюной зашлась. И вот такие вот, вот они. Я не знаю, что это цветок. Как он называется? Коста, как этот цветок называется? Я не знаю, девочки, мальчики. Он вот такой вот. Нежно-нежный такой, прям вот нежнючий. Ты на мои листья не ставь, на мои листья ставишь. Так, были вот такие там листочки отломленные. Я их тоже сейчас посажу, если они вырастут, то будут у меня цветочки. Если нет, то нет. Так, дальше что я купила? Вот этот цветок, я не знаю, что это за цветок. Вот такой вот. Стоит 50-60 центов, что ли, вот этот цветок. Леруа я отдала за цветы, за все. Вот такую сумму. И еще 2 больших пакета с землей. Вот такая сумма. Так, еще я купила вот такой вот ирис. Вот такой вот ирис. Я в деревне посажу. И вот такую каву. Стоит она 2,60, что ли, и тот, и тот. Так, вот. Вот эти вот. Здесь пустой горшочек. На-ка, убери просто вот этот вот на улицу, в коридор.
Так, я сейчас цветы уберу, девочки мои, в коридор сюда. Я сейчас уберу цветочки, а потом еще покажу. Ну, вот это вообще прелесть такая. Вот она, нежная такая. Прям такая нежность обалденная. Сейчас я убираю и дальше показываю вам, что там я купила. Камера, фокусируйся. В распродаже 1,5 евро. Вот такая штучка в Лидле. Опять шоколадку купила. Девочки, мне так хочется шоколад есть с этими, с нашими обстоятельствами. Мне прям вот, вот надо. Вот не знаю почему. Так, сегодня были на распродаже вот эти 19, кажется, центов. Не помню. 5 штук я купила. У нас в этот месяц, в эту неделю будем на участке ездить. Надо там кое-что поделать. Опять. Так, чеснок. Тоже был 1 евро на распродаже сегодня. И вот здесь изюм. Поглощаю изюм. Не знаю, мне нравится изюм. Просто чисто изюм. За место конфет, за место сладостей изюмчик кушаю. Так, вот такие штучки. Это Коста Сушкова вместе с круассаном. И вот эту щетку, вот эту обувь мыть. Но это вот эти щеточки, это плитку кафельную мыть. Вот она здесь нарисована, видите. 2 евро стоит в Лидле. Вот, видите. Но я взяла обувь мыть, подушку там вот это вот, где расстояние между подошвой и всем остальным. Так, здесь книжечка, что будет продаваться. Здесь пакет, его надо убирать. Так, давайте я это уберу сейчас и дальше покажу, что еще. Вот такой салат кусасу, 3 евро почти что. Так, сок был сегодня на распродаже, нектар вот этот вот. Коста, поставь в холодильник вот этот нектар, чтобы он холодный был, потому что хочется холодненького что-то. И вот эти тоже, кока-кола вот такая, что ли, да, кола зеленая. Тоже в холодильник поставь, что-то холодного хочется. И вот это тоже сок. Шоколадки вот эти вот, вафельные, конфеты вафельные. Этот, мыло. Вот такое вот, 1,5 евро где-то оно стоит. Это в туалет, Коста, нальем мыло, потому что кончилось. Еще один круассан. Еще одна шоколадка. Сегодня опять придет Коста Судруг. Коста, не было пиццы, которую вы кушаете с Парисом. И мыло вот это отнеси в этот в асансер. Это в этот в ванную. Так, вот эти вот еще шоколадки. 3 штуки я, что ли, 4 купила таких. И огурец один. Вот такой огурчик. Я не знаю, сколько он стоит. Ну, 50-60 центов. Один огурец где-то примерно, наверное. Так, я сейчас разберу, дальше покажу. Так, упаковки с водой я не буду вам показывать. В Лидле купили 3 молочка вот таких вот. 2 вот таких сыра фета. И вот эти помидорки. 1,5 евро, что ли, вот эти помидорки, килограмм. И в Икее купили вот эти вот штучки. Коста, выложи их в катапчик, вот эти свои котлетки. И вот такие штучки картофельные в Икее купили. Стоит, кажется, 5,50 вот эти. А вот эти вот почти 9 евро котлетки. Купила одну тарелку, так как я разбила вот эту тарелку большую. Купила себе тарелку еще одну, чтобы у меня было 6 штук. Осталось 5. Все, салат. Давай я держать буду, ты отстрижешь. Стригай. Отстригай. Отрывает, отстригай. Ладно. Так, еще я не все цветы вам показала. Где у меня еще цветы? И еще свечки я купила. Пойду сейчас машину найду и принесу, покажу. И купили вот такую открывашку. Вот она так, открывашка такая. Вот. Стоит где-то 1 евро она. И вот такие 2 свечки, 2,5. Сегодня была на распродаже. Вот. 2 штуки прямо так. В Леруа Мерлен вот такие железо купили для лимонных, цитрусовых, короче. Всем надо нам покормить наши цитрусовые деревья, все в деревне. Купила вот такой цветок, не знаю, что такое. Вот такой вот. Потом вот такой сбор всяких разных. Что за цветы, не знаю, какие тут семена, не знаю. Бархатцы. Такие вот, я не знаю, какой, 15 сантиметров до 35, да? Так, кактусы вот такие вот. Я никогда не покупала, не знаю, вот эти вот кактусы. Я так хочу, чтобы у меня кактусы зацвели.
А они не цветут на балконе, стоят. И огурчики вот такие. Вот у меня огурцы все старые семена. Вырастут, не вырастут, не знаю. Ну вот все. Все наши покупочки, девочки, мальчики. Оставайтесь с нами на нашем канале, если хотите. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Внизу стоит... О, если вы потеряетесь, не хотите потеряться с нами, внизу стоит ссылочка на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь, делайте там... Ваш канал, наверное, я не знаю, и смотрите наши видео. Так, а я сейчас посмотрю, что здесь делается, что здесь будет продаваться. Вот, на следующей неделе для сада, огорода, цветы какие-то, я не знаю. Посмотрим, что здесь будет продаваться. Одежда постельная, всякое такое. И все, я посмотрю сейчас вот так вот хорошенечко, что здесь, как, зачем и почему. И буду, вот такой шкаф я хочу. Вот сюда даже в волос. Такой шкаф у меня как раз вылазит сюда. Посмотрим. Такие вот дела. Вот. Посмотрим, что здесь продают. И увидимся все в следующем нашем видео. 3 дня подряд мы куда-то ездим. 3 дня подряд по городу. 3 дня подряд я вам делаю в машине, на мотоцикле, везде. Кому что нравится, ставьте лайки. Пишите. Пока-пока.